земле. Теперь у меня появилась мерила. Мерила, к которому я буду всегда апеллировать, думая, оставлять человека или прощаться с ним. И мерилом будет Петр. Да, задача баттла ясна, и, в принципе, несмотря на то, что я в прошлом занимался спортом, я знаю не понаслышке, что такое спарринг, что такое стоять в ринге. Я не хотел бы, чтобы вот наше соревнование превращалось в какую-то битву. Главная сцена сейчас – это именно баттл с самим собой. Потому что я постоянно что-то себе доказываю. Может быть, это такой матч-реванш за какие-то прошлые свои неудачи. Вот, скорее всего, это так. Для дуэли Петр Елфимов выбрал серенаду Рикардо из советского мюзикла «Собака на сене». Он основательно поработал над аранжировкой, чтобы первый хит Николая Караченцева зазвучал по-новому. Сладкий сон, видениями любовного дурмана. Я пьян, венец твоей не дивная Диана. Вы существо, в котором нет ни одного изъяна. Стрелу ты, и закипела молодая кровь. Я не намерен ждать ни полминуты. Пришла любовь. Что проку в этих скучных стариканах? Смешон не первый свежести жених. Судьба ласкает молодых и рядых. Соперник в сеть обмана не завлечет. Нет творенья дивная Диана. В любом бою. Я докажу вам преданное Риана. Петр Елфимов, спасибо.